Всем привет, дорогие друзья. Я думал, что кошмар под названием Outlast давным-давно минул в прошлое, но нет. Недавно вышло обновление под названием Осведомитель. Спасибо, кстати, всем, кто написал об этом. Только мои нервы начали идти на поправку, но разработчики, видимо, не хотят, чтобы я был спокойным и хорошим человеком. Я выберу нормальную сложность, потому что псих — это не для меня. И посмотрим, что же с нами произойдет в этот раз. Неужели мы очнулись после того инцидента с Билли? Откройте эти глаза. Что ты меня облизываешь-то, урод? Что-то мне ужасы показывают какие-то. Так, это событие до или после? 2 часа назад. Давний поклонник. Смотрите, пальцы целы, значит, это происходило до. И у меня такой же MacBook. А почему-то пишет в это, в винде. Чтобы послать имейл, его кнопка мыши, я не хочу отправлять этот имейл. И что же у нас тут имеется? Я уже забыл, как и что. Человек. Это хорошо, что человек. Но, видимо, надо выходить к нему. Кондиционирование. Стекла на консоли морфогенического кондиционирования. Все закрыто. Я сотрудник 1466. А, подождите, это вообще с другой стороны повествование. Это... Давай, говори, работай, это целое задание. Чё вылупился? Губастый. Меня уже все ждут. Я так важен? В переднем терминале. Слушайте, видимо, это то, что произойдет с Би... вот сюда, да? Чё мигает? О. Here is going to have us up and running before we even...
Какая-то ошибка. Ну? Да, мы безумно счастливы. Кто смеет во мне сомневаться? Чидо, чидо. Так, идет загрузка. Он вырвался? Мистер Парк. Блин. Мистер Сад. Мистер Озеро. Так, номер 196. Что происходит? Вы, ублюдки грязные, всех расстрелять. Что вы с ним там делаете? Спасибо, я не знал, что мне надо выйти из комнаты. Офигеть, логика, блин. Я один из сотрудников, который отвечает за весь ад, который здесь происходил. Но что-то пойдет не так. Мне, видимо, надо обратно отправить письмо. Опа. Mr. Wayland Park, consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize. Короче, они нашли мое письмо. Somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. More than stupid. In fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Oh, and did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine program? Well, that's what I heard, Mr. Blair. Brave indeed, Wayland. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. Это не легкий анестетик. Осведомитель. А зачем он меня облизывал, мне непонятно. Я же не женщина, я же мужчина. Мне какую-то херню показывают. Все равно глючит. Вон там чувак тоже сидит. Пробуем встать, у нас колбасик. О, упали. Это Билли? Ой, блин.
Вот говно. Твою мать. Как выйти-то отсюда? Ублюдок. Сука, сука, сука. Что ты там за уроды-то? Ай, били. Фу-фу-фу, били. Нет, били, не трогай меня. Да отвали ты. Я не вижу, куда идти. Сюда, видимо. Нет, не сюда. Блин. Там что-то происходит. А Билли меня то не пускает. Это речка. Тут закрыто. А, вот сюда. Ой-ой. Покрась ручки красным. Боже, какие вы уроды-то, а? Куда я уберусь-то? Дайте пройти. Блин. А, видимо, вот так. О, сука ты. А, я понял, он за мной бежит. Куда ты тут? Сюда. Ох ты ж. Уроды конченые. Главное, все так хорошо начиналось. Сидел себе за макбуком, писал. Да, радио. Это тюрьма такая. Главное, с самого начала начинают. Дело, как урод стоит и мешает мне открыть дверь. Блять. Били, били, били. И сюда. Били, я свой, успокойся. I'm a doctor.
доктор. Мы можем закрыть? Ужас. Какой ужас. Что мне теперь делать? Тут все поломано. В общем, сюда. Выход. Хрена лысого, да, мы выйдем отсюда. Как обычно. Папка с документами. Ой. Главное, мало того, что здесь уроды эти, так еще и Билли. Как залезть-то? Блин, ну явно сюда. Или все-таки в ту сторону. Так, что там наверху? Куча трупов, причем разных. Сюда нельзя. Тут ключ нужен. Не, ну смотрите, если я так залез, соответственно, я мог, я должен как-то сюда залезть. Что за бред? Да ёпты. А, подожди, я на камеру снимаю все это, ё-моё. Я думаю, что у меня так батарейка быстро уходит? А я просто на камеру снимаю. Понятно. Так. Я не могу понять, почему я не могу сюда попасть. Явно же сюда. Больше некуда просто идти. Простите. Туда тоже не залезть. А, вот как проход. Нет, это не проход.
Тут тоже никак. И здесь никак. Да блин, что за издевательство? Может быть, у трупа ключ есть? У одного из них. Такие прекрасные позы. Без штанов. Что-то там валяется. Мне кажется, если я вот так вот залез, я могу и сюда как-то залезть. Но мне мешает. А вот так не помешает? Я башкой туда бьюсь, по ходу дела, да? Может быть. Ага. Так, подождите, а если вот так вот? Как обычно, хоррор начинается с моей тупки. Просто нереальный. Я все пытаюсь присесть как-нибудь в прыжке, но... Нет, не хочет он сюда забираться. Да что за бред, блин? Обратно все, Ник. Там орёт. Кому-то там очень плохо. Мне здесь, правда, не лучше. Ох ты, ёшкин ты дрын. Я только в самом начале. Так, смотрите, на бочки залез. Уже хорошо. Уже прогресс. Но... Или есть толк с этого? Я сюда не допрыгну. Тут тоже нет смысла в этом. Блин, ну что? Слушайте, ну реально не могу пройти.
идиот. Кусок идиота. Просто. Это же надо быть таким дебилом. Ой. Чешется не кстати. Че там за урод? Как там вскрывают? Кошмар. Варится уже, фу. Как обычно, какой-то ворчеватель находится. Ах ты. Ох, что он там ему вырвал-то? Я люблю его. Извини, мужик. Я не знал. Ну, скример какой-нибудь, не? Билли. Откройся, снять наручники. Чтобы снять наручники, что надо сделать? Ага, подожди. Ключ от наручников надо где-то найти. Чувствую, буду бегать я через эти препятствия. Как угорелый. А ты, сука ж, так и знал. Урода кусок. Кого он там кормить собрался? Дверь, 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 дверь. Туда. Почти. А, сука. Я почти понял, куда. Ладно, кусок говна. Ой-ой-ой-ой, заблудился. Туда, походу, дело. Ну чё, урод? О боже. Это не тот урод. Какой ты секрет хочешь мне рассказать?
А как я сюда залез? Вот там он сразу перевалился, что ли? Да, я твой друг. Мне кажется, он что-то хочет со мной сделать нехорошее. Так, ключи от наручников. По-моему, он псих. Он меня пугает. Блять, уйди отсюда. Так, как мне отсюда выбраться теперь? Обратно к этому козлу идти? Давай, помоги мне залезть. Блин, если я тебя здесь закрою, ты успокоишься, а? Да не в ту сторону-то. Как обычно, блин, я люблю двери закрывать. Все, отвали. Успокойся. Так вот же дверь была. Куда теперь идти? Право, лево. Так, сюда я забежал. Налево. Обычно. Ох, ребятки. Ладно, нам хватило этих упырей на сегодня, я думаю. Продолжим в следующей части. Спасибо, что смотрели. Всем пока.